Сергей Есенин. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник. Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. А всех ушедших грезит коноплянник с широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, а от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И если время, ветром разметая, сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком. Первый раз читала это стихотворение, прям вот так вот импровизационно. Но оно мне сразу понравилось тематикой, тем, что мы не должны жалеть. Мы не должны жалеть о том, что было раньше. Когда мы живем в прошлом, мы всегда будем страдать. Когда мы живем в будущем, будущее еще не наступило, его нет. Мы всегда будем страдать. Почему страдать? Потому что мы живем в страхах. Когда мы живем здесь и сейчас, вот здесь и сейчас, я смотрю на этот огонь. Кстати, вот практика смотрения на огонь очищает зрение, наполняет глаза стихией огня, элементом огня. Потому что как речь, так и глаза состоят из элементов огня. И чем чаще вы будете смотреть, тем лучше будет становиться ваше зрение. Так вот, когда мы живем в настоящем, только тогда нету страхов, нету жалости к себе. Нету каких-то там депрессий, каких-то там «ах, чувства захватили», «ах, дайте мне, пожалуйста, прилечь». Ну, вот в этом стиле. Люди, чем больше люди живут на чувственном уровне, тем меньше в них разума, тем больше и тем легче ими управлять. Поэтому нужно жить на разумном уровне, на уровне разума. Но для этого нужно почистить тело. Без очищения тела осознание не придет в той силе, в которой оно должно быть. Без очищения кишечника элементарно не будет никакого осознания на истинном уровне. Оно будет вам казаться, что вы что-то понимаете, но нет. Вы прозреете, когда вы очистите свое тело. Приходи в мою школу. Здравия, Вита Катарсис. Ссылка в шапке моего профиля.